Всем привет, с вами Inform.TV. Сегодня утром, 5 июля, стало известно о кончине известного режиссера Владимира Меньшова. 81-летний мэтр советского кино переболел коронавирусом и не смог выдержать его последствий. При этом его супруга Вера Алентова все еще находится в клинике Москвы. Ее госпитализировали через несколько дней после Владимира Валентиновича. При этом медики обеспечили круглосуточное наблюдение им обоим. К сожалению, организм Меньшова не выдержал спустя 2 недели после начала болезни. А в данный момент никаких сведений о состоянии Веры Валентиновны нет. Родственники и друзья не раскрывают данную информацию. Юлия Меньшова тоже не общается с журналистами. В связи с подтвержденным диагнозом коронавируса, даже если у Алентовой и легкое течение болезни, она все равно не сможет присутствовать на церемонии прощания с мужем, ведь похороны назначены на 8 июля. Уже известно, что похоронят известного режиссера на Новодевичьем кладбище, рядом с Василием Лановым. Прощание с Меньшовым будет проходить в Большом зале Центрального дома кинематографистов.